Приветствую всех, кто работает на земле. Здравствуйте, уважаемые тружники села, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, главы крестьянских фермерских хозяйств, председатели и участники потребительских производственных кооперативов. Слава Богу, несмотря ни на что, Министерство сельского хозяйства продолжает объявлять и реализовывать конкурсы на поддержку ваших проектов. В конце марта закончился прием заявок на конкурс «Агростартап», в котором могли участвовать и физические лица, и главы крестьянских фермерских хозяйств. В апреле объявлены конкурсы с 8 и с 9 числа по семейным животноводческим фермам на грант до 30 миллионов рублей или 60% от стоимости проекта. Конкурс на развитие материальной базы потребительских кооперативов, грант до 60% также от стоимости проекта, сумма до 70 миллионов рублей. Это дает нам надежду, что весенние полевые работы пройдут в этом году без срывов, и вы сможете для своих проектов приобрести необходимые корма, технику, оборудование, может быть, удобрения, семена, поголовье и так далее, и так далее. Желаю успеха в вашем деле. Мы очень на вас все рассчитываем и рассчитываем, что осенью все уродится и по-прежнему коровы будут мычать и телиться, что называется, и мелкий рогатый скот, и птица, и рыба будет прирастать, и навески, и объем товарной рыбы, и так далее, и так далее. Удачи в вашем деле. Нажимайте на ссылку под видео, она приведет к описанию на нашем сайте детальных условий этих программ по семейной животноводческой ферме и по кооперативу для нелинейных.